стволики этих деревьев. Они будут темными. Но прежде чем мы положим темненькие, чуть-чуть царапнем лезвием. И вы видите, как я царапаю, постепенно вытягивая веточку. Вытягивая. Что при этом происходит? Она коряжиста. Часто, когда я ставлю задачу на очном уроке, я прихожу и вижу результат вот такого рода. Обратите внимание, что не так я делаю, а веду как бы коряжисто, как бы притыкаясь о пупырышки холста, создаю кривизну нарочитую. Нарочитую кривизну. Ощупайте вот эти деревья. То есть прежде чем вы уложите темный туда, вы должны себе уже увидеть его и вообще осмыслить несколько идею дерева. Несколько осмыслить. Коряжистый характер. Коряжистый. Как бы сопротивление холста использую. Не вот так провожу, как удобно, да, было бы. А наоборот. Против шерсти иду для того, чтобы коряжистость создать. И вы видите, насколько они интересны. В том числе и в этом месте дерево нуждается. В веточках и стволике. Вот у нас примерная конфигурация. Там они едва видны. Едва видны. Может быть, у нас будут более видны. На мой взгляд, там недостаточно видны стволы. У нас будет чуть побогаче, чуть.